озвучил Майкл Кинг. Сегодня в гражданском суде. Истец? Бэтмен. Он утверждает, что работал на ответчик около недели и был уволен без оплаты. Теперь он хочет получить то, что ему причитается, включая стоимость ущерба. Он судится с ним здесь и сейчас за причитающееся богатство. А вот и ответчик. Супермен. Он утверждает, что истец должен был сражаться с преступностью и спасать мир. Парень почти не работает, а если вы не работаете, вам не платят. Также он сказал, что Бэтмен повредил имущество и принес компании убытки. Так что если кто и должен платить, то это он. Ответчик подает встречный иск на 1 200 000 долларов. Всем встать, идет почетный судья Мэрилин Дредд. Вы можете сесть. Дело Бэтмена против Супермена объявляется открытым. Бэтмен, мы заслушаем вас первым. Ну, Супермен нанял меня спасать Готэм, и я работал на износ. Вы спасали Готэм? Спасал. Так почему вы ему не платили? Потому что он уничтожил целый район города. Ух ты, как будто сам такого не делал. Лицемер. А еще он совершил много несанкционированных покупок на средства бизнес-фондов. Вау! Все это было необходимо для моей работы. И как, интересно, каждый вид чизкейка на фабрике чизкейков необходим для твоей работы? Я должен был убедиться, что Джокер не отравил их. У вас есть доказательства, что он это делал? У меня нет доказательств, что он этого не делал. Окей. Бэтмен, вы также заявляли об ущербе. Да. Видите ли, я боролся с преступностью в канализации Готэма, и я повредил себе спину. Так вы проиграли бой. Нет, я... Да, это была скорее ничья. Понимаете, я повредил спину. Он так навалился, что я повредил себе спину, и мне потребовалась очень дорогостоящая операция по ее лечению. Вот мои медицинские счета. Ну, это было предвзятое мнение. Это еще не доказано. О, нет, даже разговор об этом отдается мне болью. О, как больно. Ой, да ладно. Очевидно же, что он притворяется. И почему ты не обратился за этим ко мне? У меня лазерное зрение. Я бы вылечил твой позвоночник в мгновение ока. Да? А может лазерное зрение починить то, что ты сделал с моей машиной? А что случилось с вашей машиной? Ну, мы с Суперменом поспорили, сможет ли он завести Бэтмобиль. Где был Бэтмобиль, когда это произошло? Он был в поместье Уэйна. Постойте, что ваша машина делала в доме Брюса Уэйна? Я помогал ему перевести диван. А мистер Уэйн может подтвердить вашу историю? Действительно. Может ли он? Да, то есть нет? Он занятой парень, но я уверен, он мог бы... О, привет, мистер Уэйн! О, ну не надо. Это правда. Бэтмен помогал мне перевести диван. Бэтмен добропорядочный гражданин и честный парень. А Супермен козел. Ваша честь, по-моему, уже любому дураку понятно, что здесь происходит. Спасибо, Брюс. Бог ты мой, какой классный парень, не правда ли? Минутку. То есть Брюс Уэйн прятался у вас под трибуной все это время? Да. Вам видней. Теперь давайте выслушаем ваше заключительное слово. Бэтмен, вы первый. Ладно, только достану его из кейса. А может, тебе Брюс передаст его? Ну, ладно. Сейчас так и сделаю. Так, минутку. Эй, Брюс, не мог бы ты передать его мне? О, да, спасибо, Брюс. Ваша честь. Так, это... Это не мое заключительное заявление, это мои стихи. Ну да ладно, я лучше их прочту. Джокер зеленый, Рэйчел рыжая. Так, злодеи в Готэме, так. Как ненавижу я. Так, ладно, Супермен, ваша очередь. Спасибо, ваша честь. Итак, сегодня мне стало ясно, что... Постойте, вам говорил кто-нибудь, что в очках вы прямо вылитый Кларк Кент? Минуточку. Я снимаю все свои обвинения. У тебя что, есть брат-близнец? Почему ты... Да ну, Супермен, я думал, ты сильный. Он не может даже дверь открыть. Вот черт, и я не могу.
Ну что ж, походу дело закрыто. Смотрите нас на следующей неделе. Капитан Америка выступает против Сорвиголовы. Ваша честь. Я потерял $5000 на организации бейсбольного турнира от компании Marvel, потому что Сорвиголова соврал насчет своей слепоты. При этом пробежал 5 хоумранов. Мне просто повезло, ваша честь. Я правда ничего не вижу. Да не заливай. А сниму-ка я, пожалуй, все обвинения. И он свалил. Всем привет. Еще раз спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Я хочу прочитать одну из своих поэм, чтобы вдохновить вас на это. Да никому не нужны сейчас твои поэмы. Это не поэмы, которые нужны им сейчас, но поэмы, которые они заслуживают. Ладно, валяй. Это называется Альфред. Альфред. Ал и Фред. Так зовет тебя мир, но лишь я один могу назвать тебя Альфренд. Ну как мощно, да? Друг, который все выдержит, потому что он мой герой. Рэйчел! Спасибо.